Но настоящей звездой открытия стала депутат городской думы Альбина Михайловна Селезнева. Она пришла на мероприятие в костюме белого медведя. Все видите сами. Фотографии уже разошлись по социальным сетям. Выложил картинку телеведущий Владимир Соловьев. Вот только некоторые комментарии из его инстаграма. Пусть знают, что у нас медведи по улицам ходят. Видимо, земляки отличились. Или должен быть Умка где-то рядом. Мама медведица уже в кадре. Ну и мой любимый. Как победить русских, если у них медведи в депутатах? Ну, знаете, я не мог не позвонить Альбине Михайловне и не спросить, что за перформанс такой. Народная избранница все четко объяснила. Во-первых, жители лесобазы очень рады этому событию. Открытый участок сделает их жизнь на самом деле проще. Во-вторых, уже вовсю идет подготовка к Новому году, праздничное настроение. И, наконец, дорога ведет на север, к нашим соседям. И белый медведь очень символичен в данной ситуации.